Утром в понедельник несколько десятков представителей серебряного поколения собрались на стадионе «Старт». Здесь проходила 10-я юбилейная спартакиада пенсионеров. Народ у нас, надо сказать, пополняется, но в основном люди преклонного возраста, которые первоначально мы проводили, у нас было 120 человек. Сейчас погода помешала, и то я считаю, что люди пришли. Здоровый образ жизни, только здоровый образ жизни. От того, что они двигаются, лучше живут. Здоровье есть, значит, и счастье есть. Бег на дистанцию, прыжки с места в длину, дартс, кидание мяча. Все спортивные состязания были направлены на выявление ловкости, сноровки и скорости. Организаторами спартакиады традиционно выступили Союз пенсионеров, Центр доверия и Управление пенсионного фонда. Вот эти спортивные состязания, они не только дают спортивный азарт, они дают дружеские такие моменты, люди друг друга именно в сплочении, в команде познают. Они дают веселье, шутки, азарт. Даже вот сегодняшняя непогода поначалу не испугала, действительно люди пришли. Ну и, безусловно, долголетие, активное долголетие. И действительно, все без исключения участники спартакиады – это люди, всегда ведущие здоровый образ жизни. Всю зиму на зарядку, ежедневно, вернее, 5 раз в неделю. И, ну как, довольны, счастливы, что ходим и бегаем, и занимаемся. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок. Наше время.